Здравствуйте, с вами Сергей Брилев, в эфире Вести российского телевидения. И самые значимые события этого вторника. Ключевые темы выпуска. Вашингтонский снайпер-маньяк наносит новый удар. Как разделить полномочия между властями разных уровней? Президиум Госсовета в целом одобрил проект закона о местном самоуправлении. Американский вариант новой резолюции по Ираку не отвечает требованиям России, заявил министр иностранных дел Игорь Иванов. И знаменитый пианист и дирижер Владимир Ашкенази на гастролях в Москве. Вашингтонский снайпер наносит новый удар. На Коннектикут-авеню одиночным выстрелом в грудь смертельно ранен 40-летний водитель автобуса. Маньяк устроил засаду на рассвете в безлюдном месте. Пуля настигла водителя, когда он забирался в салон. Вокруг парковая зона, которую сейчас прочесывают полицейские с собаками. Власти устроили настоящую облаву. На дорогах пробки на много миль. Агенты ФБР тормозят каждый автомобиль, но снайпер, похоже, вновь скрылся. Связь нового убийства с предыдущими пока не доказана. Ответ даст баллистическая экспертиза. Накануне в Вирджинии задержали двух подозреваемых, но они оказались ни при чем. Не дал результата и звонок преступника по телефону, который он сам оставил на месте последнего преступления. Полиция говорит, что голос был неразборчив и просит перезвонить. Главная политическая новость в России – местное самоуправление. Главная тема сегодняшнего заседания Президиума Государственного Совета. Вопрос вопросов – как и когда проводить реформу, необходимость которой очевидна и президенту, и губернаторам. Из Кремля Константин Семин. Это уже вторая попытка за новейшую российскую историю создать в стране подлинное самоуправление. Первую предприняли еще в 92-м, но тогда система сдержек и противовесов привела к конфликтам. Губернаторов с мэрами, мэров с местными парламентами. В результате даже сейчас муниципальная власть охватывает лишь треть российской территории. Цели реформы, задуманной комиссией Дмитрия Казака, во-первых, попробовать передать власть народу, во-вторых, разделить ответственность между уровнями этой власти. Например, сельскую школу ремонтировать должен муниципалитет, а вот деньги на зарплату учителям обязаны прислать из центра. Депутатам не будут платить за то, что они депутаты, губернаторы не смогут залезать в карман к мэрам, а мэров вообще рекомендовано сделать наемными менеджерами, успехи которых будет оценивать городской совет. Эти темы, конечно, являются очень важными и задевают коренные интересы не только муниципальных сообществ, но и субъектов Российской Федерации. Я вчера в ходе встречи с руководством правительства, понял, что и правительство к этому относится очень внимательно, потому что это задевает интересы и правительства России. Предложения Казака нашли понимание не у всех. Губернаторы создали рабочую группу, которая занялась поправками к законопроекту. Сегодня выступал руководитель группы, тюменский губернатор Сергей Собянин. Стороны согласовывали свои взгляды. По крайней мере, завтра на расширенном госсовете должна быть представлена единая версия будущего закона. Возражений достаточно много, они разные. Кто-то опасается того, что это повлечет дополнительных поисков кадров, например, на уровне поселений, которых сегодня у нас не так много. Кто-то боится о том, что менее централизованными станут финансы на уровне местного самоуправления. Внешне все выглядит так, словно компромисс уже найден, но губернаторы настаивают на том, что просто разделить полномочия мало. Сначала нужно выяснить, соответствуют ли полномочиям финансовые возможности территорий. Доработка реформы в рамках Госсовета – это, по сути, война хорошего с лучшим. Губернаторы спорят с администрацией президента не по стратегическим вопросам, а по тактическим. Что делить сначала – деньги или полномочия? Когда приступать к реформе – в 2006 или в 2005 году? В том, что касается срока начала реформы, губернаторы настроены еще радикальнее, чем Дмитрий Казак. Они говорят, что если промедлить, вообще нечего будет реформировать. Но в любом случае преобразования начнутся не раньше 2004 года. Череда приближающихся выборов не лучший фон для такой кампании. И с этим никто не спорит. Константин Семин, Дмитрий Скворцов, Вести, Кремль. Поступивший сегодня к постоянным членам Совета Безопасности ООН американский проект новой резолюции по Ираку не отвечает критериям России, но работа будет продолжена. Уже успел заявить глава МИД Игорь Иванов. В свою очередь, Вашингтон затянувшимся обсуждением документа явно недоволен. За развитием ситуации следит Влада Левицкая. Американский проект резолюции по Ираку не оправдал ожиданий России. Москва рассчитывала, что в новом документе не будет того, что она называет чрезмерными и нереалистичными требованиями к Багдаду. Американский проект резолюции, который был вчера представлен для предварительного обсуждения в рамках пятерки постоянных членов безопасности ООН, пока не отвечает
этим критериям, которые мы излагали раньше и которые мы подтверждаем. Главный вопрос возвращения в Ирак инспекторов ООН сегодня рассматривался на встрече российского министра с исполнительным председателем комиссии ООН по наблюдению инспекциям в Ираке Хансом Бликсом. Игорь Иванов отметил, что для направления инспектора в Ирак нет необходимости принимать новую резолюцию. Однако согласился с Бликсом в том, что документ должен быть одобрен до возвращения в страну международных наблюдателей. Инспектора имеют достаточно уже и мандата, и достаточно нормативных актов, которые позволяют им немедленно приступить к работе. Однако Бликс, видимо, с ним нельзя не согласиться, когда он говорит о том, что если резолюция будет приниматься, то важно, чтобы она принималась до развертывания, а не после. Проект резолюции был представлен на рассмотрение пятерки постоянных членов Совбеза на закрытой встрече в помещении американской миссии при ООН. Подробности документа пока не разглашаются. Однако со слов дипломатов понятно, что из текста исключено положение об автоматическом применении силы против Ирака. Но жесткий тон резолюции сохранился. У Ирака есть чуть более месяца на то, чтобы предоставить полный отчет о своем арсенале вооружений и принять у себя международных инспекторов на новых условиях. Если Багдад начнет препятствовать их работе, будут приняты жесткие меры. То есть Соединенные Штаты могут начать действовать на основании отчета инспекторов и не дожидаясь решения Совета Безопасности. США уже выразили разочарование затянувшимся обсуждением своего проекта. По словам официального представителя Белого дома Ари Флейшера, терпение американской администрации не беспредельно. Все возможные уступки уже сделаны. Президент Джордж Буш даже заявил, что может отказаться от плана свержения Саддама Хусейна, если Багдад пойдет навстречу всем требованиям. Влада Левицкая, Вести. Грузинские полицейские в Южной Осетии занимаются вымогательством и мародерством. Данные о подобных нарушениях приводят в штабе российских миротворцев. Речь даже может идти о ликвидации постов МВД Грузии в зоне конфликта. Вопреки договоренностям, грузинская сторона разместила на постах не по 3-4, а по 15-20 человек. Посты, которые сейчас выставлены, они выставлены в большем количестве. И такой пост, он имеет, может существовать только с разрешения смешанной контрольной комиссии. Такие действия, самостоятельные действия, несогласованные действия грузинской стороны, в частности органов внутренних дел, вот, конечно, не вызывает доверия вот, у населения, у осетинской стороны, и естественно, что затрудняет порядок нашего взаимодействия. Надежд найти уцелевших в районе схода ледника в Северной Осетии уже практически нет. Тем не менее, работы в Кармадонском ущелье продолжаются. В этом сегодня сообщил президент Северной Осетии Александр Засохов. Надежд на то, что мы найдем кого-то живым, в том числе в каких-то анклавах этого ущелья, практически нет. Это правда, суровая правда, и мы должны это сказать. Однако я подтверждаю перед всеми гражданами России, что работы будут продолжены обязательно. Катастрофа на Каспии. Примерно в 100 километрах от Баку затонул азербайджанский паром «Меркурий-2». На его борту находился 51 человек. На этот час спасти удалось только 9. Паром переправлял в Баку нефть из казахстанского «Актау». Первая версия. Из-за волнения моря сместились цистерны, что привело к необратимому крену. Родственники, со слов спасенных, говорят, что из-за обрушения цистерн возник пожар. Теперь эти цистерны оказались на 300-метровой глубине, что угрожает экологии. Спасательная операция продолжается и сейчас. Более 3 часов потребовалось пожарным, чтобы локализовать сильнейший пожар на электроподстанции в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове. Из северной столицы наш собственный корреспондент Сергей Бондаренко. К тушению пожара на районной электроподстанции смогли приступить только через час после его начала. Все это время охваченные пламенем трансформаторы находились под напряжением. Когда установку наконец обесточили, даже приблизиться к очагу возгорания было уже нельзя. Пожару присвоили 5-й, максимальный номер сложности. Горят масляные трансформаторы. Порядка 5 трансформаторов. И огонь уже перешел в примыкающее рядом с ним жилое здание. Сейчас проведена и закончена эвакуация людей, пострадавших нет. Но остается возможность и угроза взрыва трансформаторов. В охлаждающем контуре трансформаторов горит машинное масло. Там его 30 тонн. Столб черного дыма над центром города виден за несколько километров. Васильевский остров превратился в гигантскую автомобильную пробку. Разом погасли светофоры на всех перекрестках. Без электричества осталось 500 жилых домов. На тушение стянуты практически все силы петербургского пожарного гарнизона. Более 50 единиц техники. Первая пенная атака оказалась неудачной. Слишком сильный напор пламени.
Пожарные отступили и рассредоточили силы. Сейчас необходима эвакуация из соседних домов старого петербургского квартала. Им тоже угрожает опасность. Слишком тесная застройка начала века создает идеальные условия для распространения огня. Пожар так быстро перекинулся на соседний дом, что жильцы не успели вынести из квартир практически ничего. Где ваша квартира? Третий этаж. Эту ночь погорельцам придется провести в гостинице по соседству. Тушение пожара продолжается до сих пор. О его причинах говорить пока рано. При самом удачном стечении обстоятельств дознаватели смогут начать работу на пепелище только к утру. Сергей Бондаренко, Андрей Селезнев и Александр Барушков. Вести, Петербург. И последнее. Выдающийся пианист и дирижер Владимир Ашкенази снова в Москве. После долгого перерыва столичная публика смогла не только услышать игру виртуоза, но и увидеть, как он управляет Лондонским филармоническим оркестром. Репортаж Ирады Зейналовой. Билетов достать невозможно было уже месяц назад. Пропусков на стоящие места не хватило даже отличникам музыкальных школ. За час до концерта ажиотаж у консерватории был такой, что Владимир Ашкенази сам не мог попасть в здание. Он не выступал в Москве 20 лет. На сцену консерватории не выходил ровно 4 десятилетия. Сегодня приехал с Лондонским филармоническим. Говорит, что специальную программу подготовить не удалось. Слишком много гастролей. Зато выбрал самые любимые. Вам симфонии Чайковского не нужно, они у вас играются каждый месяц по 10 раз, правда? Какой смысл их играть? А Сибелиус у нас был в программе, так что можно было. Так что все зависит от обстоятельств, а не всегда от выбора. Хотя я не выбираю то, что мне не нравится. Один из самых знаменитых пианистов мира и самый успешный дирижер. Работать с Владимиром Ашкенази почитают за честь лучшие оркестры мира. О его редких концертах в качестве пианиста мечтают лучшие залы. От Карнеги-Холла до Ла-Скалы. Он остался в Америке в 63-м с большим скандалом. Сын знаменитого аккомпаниатора звезд, пианиста Давида Ашкенази, победитель второго конкурса Чайковского. Сегодня с женой исланкой он живет в Лозанне. Слушается ее во всем, что касается и жизни, и творчества. И сам занимается судьбой пятерых детей. По-русски они не говорят. Когда его спрашивают о России, он всегда отвечает: «Я модифицированный русский». Не могу сказать, что я себя чувствую абсолютно русским, потому что больше, чем половину своей взрослой жизни я жил на Западе, значит, это все не так просто. Поэтому я употребил такое наименование, название, чтобы было понятно. Он говорит, что сегодняшний концерт – лишь подготовка к большому проекту, который он привезет в следующем году. Конфронтация музыки и диктатуры к 50-летию смерти Сталина и Прокофьева. Говорит, что там будет музыка, написанная под давлением власти, и музыка, написанная вопреки всему. Считает, что этот проект – его дань России, где жили родители, и просто музыкальный подарок Европе, где он остается жить со своими детьми. Ирада Зейналова, Лариса Катышева, Роман Панфилов. Вести. Через несколько мгновений телеканал «Россия» продолжит свое программное вещание. Ну а «Вести» и я, Сергей Брилев, с вами на этом прощаемся. Всего доброго и до встречи.